Окей, если я прогоню тебя через мясорубку, и все, что от тебя осталось, это только глаз, ты, скорее всего, мертв. Ты, скорее всего... Нет, не конкретно ты. Я просто говорю, если кто-то толкнул тебя в мясорубку, и типа, одна из твоих фаланг все еще цела. Они не поднимут и не скажут, Фаус, посмотрите, она все еще цела. Это не смертельно. Остался еще кусочек пальца. Нет, я не стану прогонять тебя через мясорубку. Нет, я не стану.